Я для вас делаю сегодня расклад. Кто вам завидует? Кто эти ущербные, которым все не так, все не то, все не так, да? Кто выйдет? Женщина вот сразу и вышла из вашего дома. Или это может быть родственница, мама, тетка, старшая сестра, может быть и младшая. Но она тут показывает, даже если и младшая, она как хуже вас выглядит. Вот как-то она себя по жизни ведет, как какая-то уже, знаете, вот уже она утомилась уже от этой жизни, устала жить, но какая-то уже как уставшая. Также родственница, да, вы поняли, тетка, мама, как старшая сестра, двоюродные вот тетки, старшие сестры. Также еще это могут быть какие-то женщины-соседки из вашего дома. И тоже вот аж так оно сейчас. Вот эта женщина вот прям вышла, завидует вам. Так, а что у тебя? Что у тебя в жизни? Ну, говорит, дом есть, семья есть. Ну, какая-то разруха у нее. А семья вообще есть у тебя? Вот именно муж, дети, мужчина. Да, говорит, семья есть, ребенок есть. Семья есть, ребенок, и что? Ну вот, как-то вот этот ключ перевернутый, не может она найти, что ли, как ключ, не может найти подход к этому мужчине, разлады у них сейчас. Мужчина говорит, как пошел по другой тропинке. Не с ней по дороге идет, а какую-то вот еще тропинку выбрал. Да, говорит, он должен был быть мне защитником, быть мне опорой. Она рассчитывала, что у них любовь будет, но почему-то гробом это все накрылось. Гроб вот стоит. Так, сплетни, сплетни, что за сплетни? Я не поняла, они что, обсуждают вашу личную жизнь? Что у вас мужчина какой-то вот есть? Довольно-таки вроде бы как респектабельный. Или они говорят о том, что у вас должен быть вот такой мужчина. Или думают, я не знаю. У кого-то есть этот мужчина. И они вот сплетни, вот эта женщина сплетничает о вас. Вот. Так. Кто-то вот разговаривает, что а что там у нее, мужик есть или нету. Вот, разговаривают о счастье в вашем доме. Да, сплетничают. Вот две карты сплетен вышло. Вот эта женщина вам сплетничает о вас, вам завидует. Значит, у нее, да, семья есть, ну там какие-то хлопоты, разлады. И перетирает вашу личную жизнь. Вот, а что там у вас, а как вы там? Ну, это ж, наверное, у нее мужик есть, потому что показывают, что вы довольно-таки хорошо живете. Вот на данный момент я уж не знаю, как там на самом деле та женщина живет, вот эта завистница ваша, которая вышла. Но показывают, что у нее в доме разруха. А так это не так. Может, это она так видит. Может, она не замечает хорошего. Но она вот считает, что вы живете лучше нее. Что у вас и дом лучше, квартира лучше, и обстановка у вас лучше. Как-то атмосфера в доме у вас лучше. Вот об этом они разговаривают. Что, ой, ну там же ж бабла немерено. И ремонтики делает.
Та й мужик ж, наверное, кто-то ж помогает. Так, мужчина, может быть, кто-то старший, отец ваш или брат старший. Вот они обсуждают, что, ну, понятно, там же ж папа помогает или брат. Или речь о каком-то мужчине, вот что касается личной жизни, что, ну, понятно, там же, наверное, любовник, хахаль какой-то есть, помогает ей. Поэтому вот она так хорошо и живет. Так, какую мне карту взять? Карту, колоду. Так, еще нужно уточнять по этой женщине. У тебя там что, расскажи. Ну да, она в отношениях замужняя, эта женщина. Но у них там сейчас разлады идут, прям речь о расставании. Или она сейчас на данный момент от него ушла. Но показывает, что у нее все хорошо в жизни, она радуется. Вот это ваша завистница. Итак, чему же ты завидуешь? Вот, дорогая, расскажи нам. Ну вот она уже сказала, да, что... Считают, что у вас как-то дом более лучше, квартира лучше, обстановка в квартире, в доме лучше. Как-то вы лучше живете, чем она. Еще чему ты завидуешь? Так, рассказывает о том, что были у вас отношения. Вот она знает о вашей личной жизни. Мужчина был такой, вот знаете... Поэт. Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка. Такой вот стихоплет. Красиво может говорить, красиво может относиться. Ну и то, как относиться. Делать вид, преподносить себя может красиво, ухаживать красиво. Вот на свиданиях он может там и стульчик вам пододвинуть, там и... на плечико там свою курточку, пиджачок вам накинуть там. И, знаете, вас там вот по головке погладить, там волосики вам поправить. И комплименты вам говорить и нахваливать нас. Ну, это, пожалуй, и все его достижения. На этом, пожалуй, можно и закончить. Это все. Потом что идет? Потом человек, значит, показывает свое настоящее лицо. Показал. А он, оказывается, предатель еще тот, изменял вам, предавал вас. Это было уже не один раз. Поступал с вами плохо. Какие-то вот от него были унижения, слова какие-то обидные вам говорил. То есть на первом этапе, вот так называемый конфетно-букетный период, он вот вам втерся в доверие, под кожу залез, влюбил в себя вот этим вот таким обхождением. Он вам когда-то, говорят, запудрил мозги, вот ты особенная, ты вот такая, раз такая принцесса моя, да? А потом, значит, когда принцесса эта влюбилась, расслабилась, когда уже вот действительно приняла это, что да, я особенная, она полностью в нем растворилась, он ей давай вот планомерно как-то гнобить, унижать ее. Так какая ты особенная, девочка, спустись на небес, спустись с небес. Ну ты посмотри на себя, какая ты особенная. Ты себя вообще видела в зеркале? Он может прямо вот так вот цинично, холодно мог говорить такие слова. Да ты обычная простая женщина, простая баба. Побитая жизнью, поломанная. То есть он вас поднял на небеса и тут же вот опускает. Прям вы падали с этой высоты об землю, вы разбивались. Вот каждый раз эти слова вам просто как в нож, да, вот в сердце вам кидал. И каждый раз вы вот с этого пьедестала падали о землю, вы разбивались. Вот насколько высоко он вас поднял до небес, вскружил вам голову, и настолько же он вас и своими же руками потом и бросал об землю, что ну ты обычная, ты обычная. Так, расстались вы с этим мужчиной, говорят. Угу.
влюбились по уши, растворились в нем. Говорят, что долгий период вы пытались вот уйти, он вас возвращал, вот держал. У кого-то это и сейчас длится. Вы пытаетесь уйти, да, потому что, ну, мне плохо. Ты понимаешь, что я несчастна. Ты меня обижаешь, да, мне плохо. Ты мне сердце разбиваешь, отпусти меня. Вот я хочу просто побыть одна, разобраться. Нет, он вас назад, чтобы... Рядом, да, рядом, я сказала, чтобы далеко не ушли. И он понимает прекрасно, что вам плохо. Сейчас плохо, если это еще у вас это длится. Вы пытаетесь уйти, он вас назад. Или это было раньше. Он прекрасно знал, что вам плохо. Поэтому он себя так и вел. Играл на ваших чувствах, да, вот сыпал вам соль на эту рану. Ну что, вы ушли, да, говорят, ушли. Так, ладно, сейчас не об этом расклад. Он вот вышел, карта показывает, сейчас думает о вас, как вас вернуть. Так, расклад, тема. Чему вам завидует эта женщина, ваша завистница? Чему ты завидуешь? Вот, короче, она рассказывает, она говорит, что я знаю про эту историю, да, вот как она ее тяжело переживала, как ей было плохо, как он с ней поступал и что. Вот ты знаешь эту историю и что дальше? Ну вот опять он выходит и все. Он надеется, что вы сейчас вот думаете о нем, вспоминаете. Все-таки вот какой-то, конечно, мужчина, ну вот как говорят, кармический партнер, да, и с вами не может быть, с вами не мог построить отношения полноценные, крепкие, ну и отпустить тоже не может. Ну это для вас тоже вот такая проработка, раз и навсегда послать его. А вы вот начинаете впадать в какую-то вот... воспоминания, тут женщина показывает, вот в одиночестве... Видите, вот сзади в дверях этот мужчина, то есть она его еще не отпустила. Она его еще как бы ждет, что вот он появится. Она одна вот в этом, вот в платке, в этом, что это, как это называется, прямо то, что вот на голове. Обычно это на голове вот это одеяние такие, это свойственно монашкам, да? То есть женщина на данный момент одинокая действительно. И вот она накатывает на нее. Вот она сидит, эти письма перебирает, прочитывает заново любовные послания от него. Да, вот у нее рука между ног как бы занимается самоудовлетворением, может быть. То есть вот говорят, или он хочет, чтобы... Ему так хотелось бы, чтобы вот вы сидели, вот этот мужчина, да, ему хотелось бы, чтобы вы сидели, вот о нем вспоминали, мастурбировали. А может быть, кто-то прям так и делает. Ну, это все нормально. Это все нормально, когда чувства нахлынут. Так, мужчина. Давай ты в следующий раз на другой расклад придешь. Завистница, чему завидуешь ты? Угу. То, что вы по звезде пережили все эти ваши трагичные события в личной жизни, да, и болели, может быть, вы очень сильно. И, да, нищета была, разруха, но вы сейчас... восстановились. По звезде это идет восстановление во всех сферах жизни. И выздоровели, как-то и на ноги стали, и похорошели, помолодели, как-то и денежка появилась. Но при всем при этом вы какое-то как место под солнцем свое нашли. Да? Вы можете быть и хороший какой-то
как он называется сейчас, специалист. В какой-то сфере вы можете быть и хорошим специалистом. Активная очень. Вот вас окружают люди, очень много людей. Вот вы работаете как-то среди людей, причем вас признают. Вы очень такая умная, на слово можете быть резкая. Можете вот так человека поставить резко на место. Вот этому и завидуют, что вы не сломались духом, а что вы стали еще лучше. Да, вот так, что люди к вам прислушиваются, уважают вас, вас признают. Вот вы, говорят, вы как-то людям помогаете, как-то как навстречу идете, к вам люди тянутся. Тут и с бумагами может быть, и с деньгами. Какая-то у вас такая работа может быть бумажная. Ну, тут может быть все что угодно, юристы, помощники, там, может быть, каких-то чиновников, да, и вот через вас идут какие-то, допустим, прошения, просьбы, вы что-то подписываете, ну, то есть такое может быть. Как советы что-то вот людям даете. Еще чему завидуют. Опять этот мужчина, ну, чему ты завидуешь? То, что она ушла от него. Хотя она его очень сильно любила. Она ушла от него. Да, вот она нашла в себе эту силу, эту храбрость. Что она благодаря этому выросла. В моих глазах тоже она выросла. Она стала такая вот дерзкая, резкая. Может, как-то вот словом человека тоже вот поставить на место. Как-то так сказать человеку. Может, пошутить резко. Человеку, ну, от этого неприятно. Она интересная стала. Как-то вот как-то в ней красота раскрылась женская. Она может такая вот свободно себя вести, флиртовать с мужчинами. Но при этом она не подпускает к себе. Может как-то вот пофлиртовать и тут же его отбрить. Она не показывает, что у нее на душе плохо. Она сейчас вот как на расстоянии от людей. Она не позволяет, чтобы к ней приближались. Она может общаться с людьми, мило беседовать, но при этом она держит людей на расстоянии вытянутой руки. Она близко не подпускает в душу, в сердце, не показывает, что у нее на душе. Она эгоистка такая вот стала, красивая. Я завидую, что она такая красивая. Я хотела бы тоже быть как она. Может быть, у нее сейчас в жизни и не все, слава Богу, но как ей это удается, что она при всем при этом может красиво выглядеть, хорошо выглядеть, красиво одеваться. Как? Откуда у нее деньги? У нее же денег нету. Она же, может, там не работает. У нее она как в потерях. Она же больная. Инвалид. Она выглядит красивее, чем я, здоровая. Чему ты еще завидуешь? Что она
Она возродилась, она сейчас действительно свободная, она живет, как она хочет. Она не подстраивается под мужчину, под мужиков. Она вот жизнь свою строит, как она хочет. Она, да, она свободна, она одинокая, но она счастлива. Видно по ней, что она счастлива, она кайфует от своей жизни. Делает, что она хочет. Ей не нужно ни под кого подстраиваться. А ты что, подстраиваешься? Следит, глаза прям черные, черные. А ты что, подстраиваешься? Да. Мне приходится унижаться, чтобы эту семью сохранить, эти отношения сохранить. У нас ссоры идут, скандалы. Из-за некой женщины. Это может быть ваша соперница, речь идет о сопернице, но как сразу вышла эта женщина из вашего дома, родственница или соседка. Расклад очень мощный. Все, я вас благодарю за просмотр, до встречи, пока.